друзья, всем привет! Я в Веруне, в Испании. Сегодня воскресенье. И такой райончик города, который я вам хочу показать, маленький. Даже не райончик, а такая. Одно местечко здесь по работе нахожусь. И вот такая вот красота воскресного дня. Смотрите, какая площадочка сделана для детей. Жилые дома, это жилой квартал такой тут находится, магазинчики, дома с жилыми, с квартирками несколько, там десяток каких-то магазинчиков, салончиков, прачечных и так далее. Вот так вот выглядит район в городе Ирун, Испания. Это буквально 15 километрах от океана. Воскресный день, испанцы сидят, попивают винишко. Вот такой вот городской райончик. Так, друзья, еще одна локация в Веруне, в Испании. Красивенное место. Это набережная океана, Атлантика. Вот. Посмотрите красоту, волны и цвет воды. Вот такой видончик отсюда открывается. Красота. Народ даже вот купаются, ну правда серферы. Широкий песчаный пляж протяженностью где-то полкилометра, наверное, 500 метров. Наверху какой-то памятник. Отсюда не вижу. Вот такая вот красота. Много гуляет людей. Сегодня праздник, воскресенье. Вот народ уже загорает просто на пляже. 4 апреля люди загорают. Нормально. Сейчас погуляем по набережной, походим, посмотрим. Я на берегу самого океана, здесь уже просто начинает вода выступать из песка, такой крупный песок. И вот вам Атлантический океан, испанское побережье, Ирун. Смотрите, какая красота. Вот серферы активно, ну правда в костюмах, потому что вода, наверное, прохладная, скорее всего. Без костюма будет очень холодно. И здесь полным ходом, вот если вам видно, народ занимается серфингом. Волны здесь довольно приличные, длинные, прокатистые такие, то есть можно половить. Пляж, конечно, ширина пляжа просто нереальна, где-то метров 200-300 даже местами. Очень длинный пляж, но ветер, и ветер такой, я вам скажу, довольно прохладный, холодно. Как бы залезть в воду я бы, наверное, не рискнул сейчас покупаться, хотя не знаю, там вот я смотрел только что, женщина выходила в купальнике,
ну, может быть, закаленная. Честно говоря, прохладно. Красота. Еще бы градусов 10 тепла добавить сюда, вообще было бы супер. Дельтапланеристы или парапланеристы, вернее, вот летают здесь над пляжем Сан-Себастьяна. Я сделаю поправочку, это не Ирун, друзья, это Сан-Себастьян, это город, который рядом расположен, да, буквально они. Так, друзья, мы в Сан-Себастьяне в Испании. Смотрите, какой шикарный вид здесь. Смотрите, какие здания. Обалдеть. Тут архитектура, конечно, потрясающая. Очень красиво. Так, это жилые райончики. Мы переходим дорогу. Аптека. Ветерок, правда, поднялся. В этом здании, наверное, располагается какая-то администрация города, я так думаю. Парк интересный. Обрезают деревья, вставляют только основные ветки, потом вот эти вот края веток зарастают такими мелкими веточками. Получается вот такая вот картина. Целый парк таких деревьев. Просто шикардос. Очень красиво. Вот эти такие здания. Это касса консисториал. Ну, я так думаю, какая-то. Здесь расположена какая-то, наверное, административная установа. Флаг висит какой-то. Ну, красивое такое здание. С башнями. Ворота сегодня гуляет. Воскресенье. Вот такая здесь